В конце декабря прошлого года сотрудники пограничного управления неоднократно пресекали попытки граждан пересечь украинско-российскую границу без необходимых документов. На КПП «Перекоп» украинец вместо паспорта предъявил военный билет. Контролер не пропустил 50-летнего мужчину. С ним провели разъяснительную работу. В итоге он привлечен к административной ответственности и оштрафован на 2000 рублей. Кроме того, гость Крыма нарушил сроки пребывания на полуострове, за что по закону был еще оштрафован на 10 тысяч рублей. Другая история случилась на КПП «Джанкой», где несовершеннолетняя россиянка пыталась пересечь границу без родителей. 17-летнюю не пропустили. Законодательство Российской Федерации четко предписывает, что в случае, если несовершеннолетний гражданин России выезжает из страны без сопровождения родителей, либо усыновителей, опекунов или попечителей, то при себе, кроме паспорта или свидетельства о рождении для граждан, не достигших 14 лет, он должен от одного из родителей иметь оригинал нотариально оформленного согласия на выезд за пределы государства.